Заходят двоечники и двоечники. Двоечники и отделки, малыш. Все зашли. Так, сегодня у Викули. Викули сегодня, да, ведь? Да. Сегодня исполнилось 12 лет, наконец-то. Официально ты можешь выступать на всероссийских турнирах, на чемпионате России. Ты отобралась на чемпионат России. Вот, 12 лет. Все-таки это такой возраст, ты начинаешь еще больше нравиться этому шоу. И не только ему, понимаешь, там, я слышал, есть такие шуры-муры. Хотя, насколько представительность прекрасного пола здесь. Мы поверим, а вот она стоит еще сучится. Вот, поэтому самое главное тебе, я желаю, ну, здоровья, но у вас у всех есть. Хотя, по большей части, меньше в своих вот этих вот мобильниках сидите, чтобы зрение не было. Нет? Вот. А тебе главное стать чемпионкой России. Хорошо? Вика, хочу тебя поздравить с днем рождения и пожелать вырасти успешной дальше в будущем. О, молодец. Хабибулоев. Вика, поздравляю тебя с днем рождения, чтобы ты пришла с первым местом на России. А повторюсь, когда дядя Хрюшка, это начинается. Ты постоянно. Русин, что ты прячешься? Иди сюда. Давай, желаю. Вика, я поздравляю тебя, желаю успеха в учебе, чтобы ты все хорошо окончила. И зачем сдала нормально, да? Зачем сдала, чтобы родители были целы, чтобы ты их почаще видела. Ну и, конечно, я вместе. Молодец. Белов. Вика, я тебя желаю. Много пиццы. А, да, ты же забыл, ты же много пиццы все пивал. Да. Ну, чтобы в будущем всегда были успехи, и чтобы всегда заканчивала школу на отлично. Отлично, Назиров, давайте вкратце, прям вкратце. Вика, поздравляю тебя с днем рождения, желаю всего самого лучшего, успехов, здоровья. О, тебе, господи, необычно, Орлов. Вика, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе успехов во всем, вообще. Во всем, в чем нужно. Сколько мужиков, видишь, вы желаете всего? Давай, не спорим. Пивунов, тихо. Вика, я тебя поздравляю с днем рождения, желаю здоровья, счастья, чтобы у тебя были во всем успехи. Вик, желаю тебе получить хорошее образование, устроиться на работу и получать много денег. Нормально, слушай, это прямо современный стиль на молодежи. Школа. Вика, поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья и чтобы больше нравилось идти в школу. Нормально. Поверенков. Вика, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю любви, счастья и чтобы, ну, успехов в спорте. О, еще представительница прекрасного пола. Тихо. Громче. Чтобы тебя мальчики любили и ты хорошо училась. Ну, чтобы мальчики тебя любили в меру. Вика, давай, поздравляю тебя с днем рождения и желаю, чтобы ты выросла самой знаменитой рукопашницей. О, Назирова. Викуль, желаю тебе счастья, здоровья, всего наилучшего. Надеюсь, ты станешь чемпионом. Вик, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, чтобы ты сдал зачет и чтобы продвигала свою карьеру. Гаврилов, любимка, давай. Блогер, давай, потом я тебя скину, ты закинешь свой контент. Да, давай. Викуль, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю почаще видеться с Тюшовым, стать профессиональной чемпионкой и, конечно, не любить всех мальчиков. Тютюшов, тебя уже заранее поженили здесь, Володенька. Якимов. Вика, я желаю тебе счастья, здоровья, а чтобы ты добилась больших успехов в жизни и хорошо училась. Ковиренко. Вика, я тебя поздравляю с днем рождения. Хочу, чтобы ты занимала всегда первые места и чтобы ты была здорова. И заключительное слово Али Тандаева, Андрюша, давай что-то необычное. Желаю, чтобы твои родители жили вечно, благополучие, и чтобы ты стала самой знаменитой и самой сильной. Отлично. Ну, я свое пожелание сказал, как обычно, 3-4, с днем рождения. 3-4. Кто еще
смелый. Гаврил? Отлично. Через руку поменяй. Молодец, дайте еще раз похлопать.